Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище имеет богатую и знаменитую историю. Уже этой осенью учреждение отпразднует свой вековой юбилей. Платиновой дате и было посвящено заседание организационного комитета. Во главе с губернатором Ульяновской области члены оргкомитета обсудили, какие из запланированных мероприятий уже проведены, а какие еще предстоит сделать. Мы фактически вышли уже с вами на финишную прямую, как говорят. Поэтому очень важно понимать, еще раз говорю о том, что мы сегодня имеем, и уж тем более важно понимать, какие у нас есть вызовы, которые нам мешают качественно подготовиться. Что называется, ни шагу назад. В первую очередь проводятся работы по восстановлению корпусов на улице Спасской, реконструкция корпусов, строительство культурно-досугового центра, благоустройство территорий. Мы отремонтируем КПП, входную группу полностью. Будет облагорожена территория, по которой будут проходить гости, участники мероприятия. Будет установлен камень, куда будет заложена капсула с посланием потомков. И те места, которые мы будем проводить уже после проведения этого мероприятия, мы их облагородим, закроем баннерами. И в целом вот то, что вы увидите, никак праздник не омрачит. Уже разработан план-проект по изготовлению и установке мемориальных досок и памятных знаков, посвященных ветеранам училища, которые будут установлены по городу. В дни празднования столетия запланированы выступления лучших региональных коллективов. На мероприятии ждут почетных гостей, выпускников и ветеранов со всей страны. Ну, я вам скажу так, порядка 4000 уже мы получили отзывов, что они посмотрели наш материал о танковом училище. И уже порядка 600 человек, которые подтвердили, что они приедут. Танкистов-выпускников ожидают из самых дальних точек мира – Израиль, Арабские Эмираты, Германия, Прибалтика, Узбекистан, Армения. Всего в Ульяновск приедут около 1000 выпускников. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.